Итак, приветствую вас во второй серии прохождения игры Gran Turismo 2 с первой PlayStation. С вами снова Скудер. Ну и мы продолжаем. Дальше у нас идет лицензия класса А. В предыдущей серии мы с вами получили лицензию класса Б. Вот она перед нами. И сейчас тогда приступаем к сразу лицензии А. Так, ну начинаем. Так, High Speed Braking, Nissan Skyline GTR. Смотрим, что же он значит. Ух ты! Тут у нас со стартовой скорости 200 километров в час идет. Вот это да. Неожиданно. Где же тут тормозить? Кстати, вот посмотрите, дорогие друзья, на, по-моему, во второй части чувство скорости увеличилось, так скажем. То есть больше ощущается скорость. Хотя, может, я и ошибаюсь. Это мой, может быть, субъективный такой взгляд. О, Legacy Subaru. Отличный аппарат. И это, насколько я помню, торможение с поворотом, да. Ух ты! Первое золото! Ха-ха-ха! Поздравляю нас с золотишком, золото всегда приятно получать. Так, ну отлично. Отлично. Так, что у нас идет под номером 3? По сути, те же задания, но получается стартовая скорость гораздо больше. Те же повороты, но увеличена стартовая скорость. Да, и как я уже говорил, здесь чемпионатов стало в разы больше. Здесь даже появились впервые в серии, ну так, моноклассы, скажем. Ну, я вам потом, естественно, это все покажу, вы все это увидите. Так, вот, первый фейл. Заговорился. АЛТ-ска резвая. Управление здесь немного изменилось. Во второй части машина немножко себя по-другому ведет. Чувствуется, видно, что они поработали разработчики над физической моделью поведения машин. Она изменилась. Не скажу, что более реалистично стало. Довольно сложно судить, но машины стали, ну как сказать, более плавно, что ли, себя вести. Более такое плавное управление стало. Ой-ой-ой. Вот тут траекторию отключили и сразу ошибся. Ага, провал. Ну вот. Лицензии класса А сразу у нас пошли некие неудачи. Часто, думаю, сдадим. Да, и бронза. Так, ну все равно движемся довольно неплохо, даже несмотря на некие неудачи. Так, тот же, по-моему, поворот, только на Алтезе.
более такое плавное, более задумчивое управление стало. Там машина почетче реагировала как-то на команды. Опять же, не скажу, что это хуже или лучше, просто надо привыкать вот, к местному управлению. После первой части. Ух ты, ГТОха новая. Но опять же, новая относительно. Так, более длинная эска у нас. Ай-яй-яй-яй, замотала малость. Во вторую часть я тоже очень давно не играл. Играл как-то на эмуляторе, но гораздо меньше, во-первых, чем в первую часть. Вообще, мне, несмотря на то, что вторая часть стала во всех отношениях как бы больше, ну, качественней, что ли, насыщенней, но почему-то мне первая часть больше нравится. Вот, не знаю, такой довольно странный у меня к ней подход. То есть, первая часть мне как-то ближе и роднее, что ли. Поэтому я в нее гораздо больше играл в свое время, нежели вот во вторую часть. Хотя проходил ее полностью тоже, но всего лишь один раз. В свое время еще на первой PlayStation, когда она у меня была. Опять же, привет, Леха! Мы с Лехой проходили ее и очень много часов провели в ней, ай-яй-яй, но гораздо меньше, чем в первой части. Такие 90 градусные повороты. Интересно. Но тут у нас задания стали посложнее, и сразу вылетает в основном бронза. Так. Ну и последняя, заключительная лицензия. Ага, то же самое на Супре. Лагануло. Так, ну вот, собственно, и все. Очередная лицензия у нас в кармане. Лицензия класса А. Так, сохраняемся. И, кстати, вторая часть, она вышла уже настолько большой, что на один CD-диск не влезла. Вторая часть выходила на двух сидюках. А, ну, соответственно, один диск это был аркадный, а второй диск с режимом карьеры Gran Turismo. Вот. Так, ну что же. Так, нет. Выходим. Очередная лицензия у нас в кармане. Лицензия класса А. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Скудер. Комментируйте, подписывайтесь, те, кто не подписался. Ставьте пальцы вверх. Ну и увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.